Всем привет, дорогие зрители! Я сейчас нахожусь в районе Оба. Тут расстояние до моря от этого проекта 1200 метров максимум. В этом проекте продается пятикомнатная квартирка «Конфетка». Мне она очень понравилась. Проект был сдан 5 месяцев назад. Тут присутствует почти вся инфраструктура. Сейчас не буду много говорить, быстренько сниму для вас эту инфраструктуру и потом поднимусь на второй этаж. Там до 80 квадратных метров по очень выгодной цене. Проект называется Cavi Home. Здесь такой ухоженный просторный сад. Есть баскетбольная маленькая площадка. Вот такой открытый бассейн интересный. С детским бассейном совмещенный. Вот там детская игровая площадка. Быстренько тоже сниму. Вроде люди купаются, не будем им мешать. Вот такая здесь детская площадка. Также есть зона барбекю. И беседка. Вот там сад. Продолжительность. Состоит проект из трех блоков, где-то 25-30 метров длина бассейна. Проект находится в блоке С. Квартира в блоке С. Пройдемтесь по этой площадке. Очень ухоженный сад, мне она здесь дизайн именно интерьер, пейзаж, все понравилось. Тем более квартира очень тоже такая красивая. Здесь присутствует, значит, открытый бассейн, есть фитнес, турецкая баня, сауна и массажные комнаты. Айдату у этого проекта 250 лир. Также присутствует генератор. Здесь маленький сад. Чуть стекло не вошло. Вот у нас открытый бассейн. Это, кажется, джакузи. Да. Там есть выходная система. Просторная такая. Тут же 15 метров. Здесь фитнес. 5 оборудований. Здесь темновато. Постараюсь как-то быстренько снять. Вот. Здесь турецкая баня. Наш любимый. Хамам. Кайфуй. И здесь у нас такая сауна. Не маленькая. Отключим свет. Экономить. А то везде включают свет, оставляют. Потом говорят, пришло там электричество. Здесь вот кабинки. Это раздевалка. Все, поднимемся к нашему проекту. Здесь продолжительность сада в правую сторону от меня. Ухоженный сад. Видно, садовник старается, с любовью относится. Квартира находится в этом блоке, но пока что я вам покажу открытую парковку этого проекта. Вот там места для велосипедов и мотоциклов. Это у нас открытая парковка. Также есть отсюда проход к бассейну. А сейчас поднимемся мы на второй этаж. Здесь вот такое интересное лобби. Вроде мох. Не знаю, похоже на натуральный, но искусственный. Да, искусственный. Такое лобби. Такой интересный лифт. Качественный застройщик. Качественный материал использован также в квартире. Лифт тоже такой качественный. Вместимость на 6 человек здесь.
слезам откройся. Слезам откройся. Ага, открылся. На каждом этаже по две квартиры. Та квартира, о которой я говорю, продается здесь. Пятикомнатная конфетка. 4 плюс 1. Ламинат уже установлен. Не нужно здесь закупаться. Нужно купить мебель и переехать жить. Закроем дверь. Вот такие вот двери. Домофон стоит. Начну я с кухной-гостиной. Вот такая просторная гостиная, совмещенная с кухней. Вот, кухню можно также отделить, закрыть. Тут как бы сделать перегородок на любителя. Хочу показать цвет дверей. Это как бы серый, бледно-серый цвет, матовая краска. Стройматериалы тоже важны. Вот такие стройматериалы. Ручки качественные. Покажем здесь кухню. Все с доводчиками. Стоит гранит. Да. Мрамор. Вот такой тут интерьер кухни. Модерн, минимализм. Вот такие окна интересные, алюминиевые. Тоже важно. Термопакет, шумоизоляция. И вот такой вид с гостиной комнаты. Прямо на бассейн и на всю эту красоту. Неплохой вид. Можно сказать, что потрясающий вид. Ого, какой большой просторный балкон. Также есть выход с кухни и с гостиной. Если вдруг хотите отделить, то будет у вас выход. Даже можно сделать как бы сквозняк. Ну, женщины сами понимают, что там в основном при приготовлении еды уходит запах. Если вытяжка не справляется, то нужно открыть двери, окна. Вот такой просторный балкон. Также здесь есть выход с спальни. Я туда пройдусь. 180 квадратных метров, дорогие наши зрители. Квартирка-конфетка, так скажем. Пока я сниму, с левой стороны у меня спальня. Тоже просторная, не маленькая, с выходом на балкон. Вот. Высота потолков 2,85-2,90. Это очень важно. В Илане в основном строят 2,65-2,70. Здесь, наверное, везде есть освещение, так как счетчик сейчас не работает. Не оформлен абонемент. Вот это тоже еще одна спальня, также есть выход на балкон. О, и здесь просторный балкон. Здесь почти, можно сказать, что проект готов, где-то осталось 3 месяца его полностью сдать на эксплуатацию. Вот здесь еще такой вид. Ого! Хочу отметить, что редко бывает такое. Сделали именно место для внешнего блока кондиционера. Можно закрыть дверь, там так интересно. Все, никакого звука, никакой теплоты оттуда выходить не будет. Пройдемся дальше по комнатам. Вот здесь такая у нас... это санузел. Маленький санузел с душевой кабиной. Левее от меня еще одна спальня.
или там кабинет, может быть, тоже с выходом на балкон. Здесь приблизительно 7-8 квадратных метров. И это хозяйская, родительская спальня. У него свой собственный санузел. Это просторная. Так, покажу. И с душевой кабиной. Скажу, что душевые кабины, санузлы здесь маленькие. Но все-таки квартирка конфетка. Пройдемся на балкон. Так. Подытожим итоги о этой квартире. Значит, проект был сдан 5 месяцев назад. Квартира находится на втором этаже, по российским меркам это третий этаж. Инфраструктуру вы увидели. Айда здесь 250 лет. Расстояние до моря 1200 метров, это максимальное расстояние. Я отмерял по картам Google. Сами можете отметить. Проект называется Cavi Home. Строил застройщик iCare Group. Самое главное, цена этой квартиры 142 тысячи евро. Торопитесь, дорогие зрители, у кого большая семья, это то, что вы искали. Если вам понравился ролик, ставьте лайки, комментируйте, это нам очень важно. Подписывайтесь на наш канал, делитесь информацией. С вами был Агаси из солнечной Алании. Come pick me up, cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down.